19 глава книги пророка Иеремии. «Так сказал Господь, пойди и купи глиняный кувшин у горшечника, и возьми с собою старейших из народа и из старейшин священнических, и выйди в долину сыновей Енномовых, которые у ворот Хар-Шиф, и провозгласи там слова, которые скажу тебе. И скажи: слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я наведу бедствие на место сие, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах. За то, что они оставили меня, и чужим сделали место это, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место это кровью невинных, и устроили высоты Ваалу, чтобы сжигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда место это не будет более называться Тофетом или долиной сыновей Енномовых, но долиной убиения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте этом, и сражу их мечом пред лицом враговых и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным, и сделаю город этот ужасом и посмеянием. Каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их, и будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их. И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою, и скажи им: так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ этот и город этот, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете по недостатку места для погребения. Так поступлю с этим местом, говорит Господь, и с жителями его, и город этот сделаю подобным Тофету. И дома Иерусалима, и дома царей иудейских будут, как место Тофет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают возлияние богам чужим. И пришел Иеремия с Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господня, и сказал всему народу: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я наведу на город этот и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих».